Последние 5-6 минут этого первого периода. Петров! Петров! Момент у Барса! Шайба в воротах! Вот такой она получается! За счет индивидуальных действий Кирилл Петров сейчас вылез из угла и забросил важнейшую шайбу, потому что по такой игре это будет стратегически важно. Именно кто откроет счет? Обе команды умеют играть по счету. Акбарс это уже доказал на протяжении последних двух встреч. И вот так Акбарс терпел и выловил этот шанс.